Всем привет. 7 число. Юра, сколько время-то сейчас? Без 15:07. Белая гора. Где? Вот она, Белая гора. Вот за мной говорят Белая гора. Вот. Вот. Вот, не нами названо, да. А за мной Северодвинск, вон там трубы ТЭЦ. Что половится, не знаю. Сейчас будем выставляться. Пожелайте нам удачи. Да, Юра? Да. Нам нужна удача? Нам удача, без удачи да. Никуда. Да, вот. Так что вот. Ну вот, 6:55. Палатки уже стоят. Сейчас Юра будет дырочки сделать. Ну что, вот сидим, ловим. Лунка уже покрылся льдом. А? Это хорошо или плохо? Юра говорит, что водичка пошла, и это, говорит, хорошо. А мне так хорошо, когда клюет. Если не клюет, так идет вода, не идет. Оп, вроде достал дна. Будем ждать. Только камеру выключил, поклевка. Вот так вот. Кто-то там такой хитрый. Корешок. Да, мелкий корешок. Такой мелкий-мелкий. Стеклянный, оловянный, деревянный. Ой, блин, вот же гад. Ну. Почистил лунку. Так вот уже 8 утра, поклевки были, был маленький мелкий корешок, и все. О, там дрова у них, там печка, надолго, значит. А вот человек с махалкой приехал, да? С махалкой. Видишь? Ну, она не работает. Ну, что, говори. Вот край леса, вот туда вот раз. А потом вот на тот край леса по болоту прямо, там Левковка. На Левковку и выходишь к Кумбышу 15 минут. Так, рядом. Мы ездили. Единственное, что если ехать вокруг, получается 25 километров. А так у нас получается 17 километров. Есть разница. Маяк видно. Маяк, да. По лету его далеко видно, кстати. Да и сегодня тоже такая вот погода. А к его, да, отсюда это видно.
Вот под зеленая. Так, вот под зеленая. Это Белогорка. Там зеленая горка называется. Там на ту сторону выходит и падает сразу. Через лес по буграм. Это уже не зима, как бы, весна, так все видно. Все светло и понятно. С рыбой только непонятно. С рыбой непонятно. Что, ребята, попьем чайку, блин, раз не клюет. Вот так. Что, ребята, 11 час. Поймал я одного криминального сишка. Естественно, он уже отпущен. Постоянно кто-то подходит. Дергается. А что там-то ближе? Так, короче, по 11 клевать вообще перестало, не клевало. Решили перебраться в другое место. А вот мы уже и у Кумбыша. Вот он, Кумбыш. Людей здесь достаточное количество. Вон Архангельск и город. Городок из палаток. Интересно, клюет, не клюет у людей. Вон наш Северодвинск. Первая ТЭЦ, вторая ТЭЦ. Сегодня мы только дырки делаем, рыбу мы не ловим. Где мы находимся? Да, под Кумбышем вот сидим. Даже палатки ставить не стали, блин. Куда ты, зачем ругаешься? Куда надо было? Почему? Ну, тебе аккумулятора хватит просверлить еще 6 дырок. Я никогда тебе не звоню. Растет кокос. Вот сегодня весь улов на данный час. Да, не густо. Еще навага, которую оставили на скором скоту. И вот у нас Юрастик тут на новую блесну не дает покоя рыбе. Да ладно? Вот крупняк у него, один крупняк. Что делать? Продай крупняк. Ну вот, время 3 часа. 3 часа, да. Заканчиваем рыбалку, походу. Перестало клевать. Опробовали новые мормышки. Вот там Геракл, пойманный Юрой. Так. Юра только сказал, говорит, я сейчас поеду домой. Бац, и вытаскивают на полкило корюха. Да ладно, там грамм на 200 всего. Неважно, неважно. Вот так вот все его налавливаются. Сейчас я чайку попью, допью и все. И домой. Все.